От бурного развития города не отстает и сервисное обслуживание. Благодаря вводу новых телефонных станций, каждая вторая семья сегодня имеет телефон. И практически все могут выбрать любую из четырех программ цветного телевидения. Перспективой развития быстрорастущего города, планированием ближайшего будущего, сегодня занята группа архитекторов во главе с Маратом Заникеновичем Кабдуалиевым, главным архитектором города. Пока что район, воздвигаемый на Усольском массиве, в макете, но уже начались работы по строительству нового района города на Иртыше. Средний возраст горожан чуть-чуть за 30. Потому так популярны здесь спортивные праздники. Сегодня город представляет любителям спорта 6 стадионов, 5 лыжных баз, 3 крытых плавательных бассейна и другие спортивные площадки. С тобой как будто дети, шепчем милые секреты. Этот берег, этот светлый, тихий город Павлодар, колыбелью обратился, и родными стали лица. По делам людей спешащих, проходящих мимо нас, не бросая слов на ветер, я скажу, что нам навеки дан судьбою этот город, город тихий и родной. Никаких чудес, а просто этот город, светлый остров, здесь любовь и дом, и счастье. Павлодар, ты мой родной.